Другим темам. Проекты законов, которые в будущем коснутся каждого пенсионера, внесены Федеральным кабинетом министров на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщает сайт правительства страны. Согласно документам, размер пенсии будет зависеть от страхового стажа и зарплаты. К 30-му году она должна вырасти по стране в среднем до 3 прожиточных минимумов. Сейчас это соотношение чуть меньше 2. Исходя из новой пенсионной формулы, увеличатся выплаты тем, кто добровольно отложит выход на заслуженный отдых. Если отсрочка составит 5 лет, то пенсия, как предполагается, вырастет почти в 1,5 раза. С 15-го по 1 году начнут прибавлять к необходимому минимальному стажу. Сейчас он составляет 5 лет, а к 2025-му достигнет 15. Это касается накопительной части пенсии. Выбор вариантов можно будет определиться еще в течение 2 лет. При переходе на новую пенсионную формулу ни один человек в правах не потеряет. Пенсии будут по-прежнему индексироваться, подчеркивают в Минтруда России. Для тех, кто уже получает пенсию, в том числе по потере кормильца или инвалидности, по сути, ничего не изменится.